Здравствуйте, я Алексей Коноплев, это программа «Репортеры». Наша сегодняшняя история о человеке, который видит искусство в любом проявлении жизни. Самарский документальный фотограф Михаил Петров вошел в мировой топ-50 в числе финалистов конкурса Critical Mass этого года. Всего один российский автор, и это он. Ради чего и кого Михаил Петров готов перевоплощаться, как выстроит идеальный кадр и почему фотоискусство – занятие не для всех. Размышления по душам. Год 2013, зимний фестиваль Унимото Snow Dogs, байкерская тусовка для своих и всех, кто в теме. На нет месяца тольяттинский изобретатель Алексей Идультов, молодой человек, который с детства мечтает стать летчиком, им не станет, зато оседлает ракету. В толпе гостей будет незнакомец, как окажется, не случайный мотоциклы, и он на разных орбитах, но в этот раз планеты сойдутся. Алексей Идультов восхитит его и спустя несколько лет попадет в объектив Михаила Петрова. Фотография это вообще не предполагает какого-то конечного результата. Да? Это больше исследование, которое может иметь конечный результат вот в качестве проекта, может и не иметь. Но это всегда расширение своих собственных границ, своего собственного познания мира, изучение этого мира через... Ну, просто есть несколько, наверное, много способов постижения мира в фотографии. Это один из них. Дома на стене полное собрание сочинений его восхищения. Михаил Петров провел в Тольятти некоторое время своей жизни. Он следил за тем, как дорабатывалась та самая ракета Идультова к новым соревнованиям. В результате получилось исследование с элементами полного погружения, чем дышит и живет человек из небольшого промышленного города. Как вечерами он варит, пилит и строгает свою мечту. И главное, зачем это ему? Свои работы исследователь Петров отправил на престижный конкурс. Представительное жюри оценило. Михаил Петров вошел в мировой топ-50 лучших фотографов, единственный в своем роде из России. Да, конечно, интересно. Я порадовался, в общем-то. Но я не склонен так особо отмечать это как какое-то событие. Скорее, это просто как успех, так и неудача. Это стимул к дальнейшему действию. Все, не более того. Документальный фотограф, преподаватель, член Союза фотохудожников России, член фотообъединения Самарского союза журналистов. Сотрудничал и сотрудничает с мировыми изданиями. В прошлом никак не был связан с фотографией. Бывший сотрудник одного из научно-исследовательских институтов города. Кандидат технических наук, взял камеру в руки случайно. Командировка в Чечню после окончания второй кампании – начальная точка его нового увлечения. И там, в общем-то, наверное... от одиночества какого-то и изоляции, от скуки стал фотографировать. Ну, у нас была еще рабочая камера, то есть, что меня, опять же, спасло. В какой-то момент Михаил Петров понял, фотография уже его стиль жизни, его способ общения с окружающим миром. Человек тонкой душевной организации, слегка отрешенный и погруженный в другие процессы, известные только ему одному. Это... некий терапевтический эффект. То есть я по натуре человек, в общем, достаточно замкнутый и неразговорчивый, поэтому вот когда камера есть, да, вот есть у нас камера сейчас, и это как-то меня стимулирует, да, какое-то... Если у меня в руках камера, то это опять же меня стимулирует, какие-то границы своей психологии я исследую, да, свои внутренние границы. Его завтрашний день примерно определен – съемка, обработка фотографий. Но завтрашний день для него будет очередным открытием. Исследование продолжается по ту сторону объектива. Это все на сегодня. До встречи в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния». Всего доброго. До встречи.